утро, друзья мои. Я всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас вот такая пасмурная погода. Сентябрь уже. Скоро, кстати, день рождения. О чем хочу сейчас сказать? Точнее, будет даже не сказать, а рассказать. Пришла мне посылочка. ООО «Омега» Ульяновск, локомотивный дом 14А. Увлажнитель, ароматизатор воздуха. Как вы помните, некоторое время назад я покупал плиту Galaxy. Инверторную. Она благополучно накрылась. Я ее отвез в ремонт. Ну, зашел на сайт. Отписаться, там поговорить. С техподдержкой, со всякой фигней. И, короче говоря, раз, смотрю, там акция идет. Пришлите там несколько фотографий с продукцией Galaxy. И, скажем так, видео, ну, я думаю, дай-ка я отправлю. Отправил 3 фотографии плиты. Отправил, короче говоря, ссылку на свое видео в YouTube про эту плиту. Плита, кстати, еще пока в ремонте. Вот. И мне бах, и прилетел подарунок. Вот такой вот. Увлажнитель, ароматизатор воздуха. Я-то думал, мне другая посылка идет из Китая. Думал, это она. А это нет. О. Ну что ж, на халяву, как говорится, и уксус сладкий. Попробуем, посмотрим, что это такое. Буду все делать прямо при вас. Одной рукой, конечно, неудобно. Буду в пузико упирать. Я, кстати, на больничном. Что-то нежданчиком прихватило поясницу. Сначала так, ну, ноет и ноет. В левую ногу отдает. Ну, ладно, ладно, поработал 2-3 дня. Все хуже и хуже, хуже и хуже. Уже с постели, как говорится, вставать трудно. Ну, думаю, пойду к врачу. К врачу пришел, бах, томография. А там, оказывается, грыжка. Небольшая такая, где-то там L1, что ли, что-то где-то позвонки. Небольшая там, 3, что ли, 4 миллиметра. Сейчас фотографию попробую ставить сюда. Ну и все. Врач говорит, родной, грузы не поднимать, тяжелый ничего не таскать. Давай-ка маленько полечись. Физкультуру поделать, ЛФК походить, уколы поколоть. Задница уже в решето. Ну вот я ничего не делаю. Погода пасмурная. По дому вообще ничего не делаю. Ну как, домашние дела делаю. Розетку вон дополнительно устанавливаю. А то... Я заряжаю телефон, а сын приезжает или внук, зарядить не мог, приходится в другие розетки втыкать. Ладно, это не о том. Короче, я пока болею. Разговор сейчас вот об этом. Что это такое, фиг ее знает, если честно сказать. Ну, увлажнитель, ароматизатор. Так-то будет ярче. Как им пользоваться, что им делать? Какой-то карандаш пришел. Кнопку нажимаешь. Походу, что-то испаряться должно. Сейчас я сначала инструкцию изучу, и потом вам все расскажу. Ну что, маленько изучил прибор. Обыкновенный увлажнитель. И если добавить в него, как тут сказано, масло, специальное масло, как ароматизатор он будет еще до кучи. Так, для этого нужно добавить резервуар для воды, специальное масло для увлажнителей воздуха. Где его искать, это масло для увлажнителей воздуха? Да-да, ребят, все, возраст берет свое. Уже чичи на глаза надели и пошли заявить в очках, как говорится. Короче, тема такая. Вот он увлажнитель. Он раскручивается вот так вот, хоп. Давай-ка откручивайся. Во. Сюда, я так понимаю, это дополнительный стержень или основной, не пойму. Стержень вставляется. Вот кто пишет еще. Вставляется USB-шка, наливается воды. Сколько по объему, еще даже не дочитал. И включается питание. Одно нажатие, непрерывный пар идет, увлажняет воздух. Два нажатия. Это
3 секунды, каждую минуту, по-моему, там на 3 секунды через какой-то промежуток времени. И третий нажать, тут что-то еще какая-то фигня. Ну, посмотрим, включим, посмотрим, как работает. Ну, для этого же надо сначала приобрести прибор, который измеряет влажность воздуха в квартире. Вот еще затраты. Ладно, посмотрим. Ну, а пока вот такая техника нам пришла. Сейчас разберусь до конца и опять включусь. Ну что, ребята, вставил сеть. Зарядник там поставил. Давайте попробуем включить. О, попер порог. Прикольно. Давайте два раза нажмем. Через сколько-то будет? Через 3 секунды, что ли, минуту? Ждать долго придется. Да, ребята, анонс. У нас появился новый жилец. Зовут его Сёма. Он у нас с инвентарным номером. А как он у нас появился, это уже отдельная история. Ну а пока... Ну чё, на халяву и уксус сладкий. Спасибо, Galaxy. А всем до встречи. О, разобрался. Каждые 3 секунды пара выходит. Раз. Ну, сейчас включится. 521, 522, 523. Пошел. Красота. О, парит. Ну, теперь точно пока. А, нет, не пока еще. Блин. Залез в озон. Посмотреть, почем эти арома масла. Сейчас, секунду, включусь. Короче, залез в озон. Офигеть цены. 1125. Это поштучно по 300 рублей флакончик. О. И Тишкин, Колотишкин. Цены. Опупеть. Ну, я, короче, приобрел. О, где она? Сам товар-то. О. Вот такой наборчик. Думаю, супруге понравится. 734 рубля. Да фиг с ним. Один раз живем. Один же раз. Пускай ароматный дом будет пахнуть. Так, в принципе, он пшикалка стоит. Пшикает потихонечку. Аромат. Кстати, по поводу освежителя. Как он, испаритель, освежитель. Вон он стоит. Каждые 3 секунды дует. Я включил дома отопление. Что-то замерз. Пошел в котельную, включил отопление. В комнате стало нормально, хорошо. И такое чувство, что с ним реально дышать легче. Вот в зале сижу, когда тепло пошло, блин, как-то спертый воздух все равно. А вот он работает. Нормально. Кайф. Не знаю. Время покажет. Внук его в качестве игрушки, наверное, заберет. Будет с ним носиться, играть. Ладно, пускай работает. Посмотрим. Ну, теперь, наверное, точно. Пока. Пока.